Сейчас мы посмотрим самые крутые поделки Poppy Playtime. Ну а чтобы Панза и Мама Длинные Ноги стали твоими друзьями, прямо сейчас поставь лайк и нажми на красную кнопку подписаться. Кстати, ребят, я купил себе новое игровое кресло, которое способно откидываться на 150 градусов, воу! А также имеет ручки, которые легко регулируются, но это еще не все. Самое интересное, тут есть регулятор для поясницы, чтобы спина никогда не болела. Ну а про внешний вид я вообще молчу. Яркий, стильный, классный стул, который впишется в любой интерьер. И если, ребят, вы тоже хотите приобрести себе вот такой вот классный стул, то ссылку на него я оставлю в описании. Тем более по промокоду Кеша вы получите скидку в 10%. Поэтому, ребят, приходите и вводите мой промокод. Все, ребята, первое видео начинается. И сегодня мы с вами увидим кучу крутых поделок из картона, бумаги и ручек. В общем, из всего того, что у вас есть дома под рукой. Так, ребята, что он делает? Вы уже догадались? Я пока, ребят, не понимаю. А-а-а, он делает игрока? Так, ладненько, он вырезал ему рот. Ага, мне интересно, ребят, что он собирается сделать из этой бумаги? Он уже нарисовал форму головы игрока и теперь делает отверстие для рта. Хм, интересно, что он придумал. Так, а смотрите, он, ребят, дорисовывает глазики. О, я понял, ребята! Это, короче, будет механизм. Он будет открывать ему рот с помощью этой бумажки. Интересно, ребята. И самое классное в этих видосах, ребята, это то, что вы сами можете сделать все эти поделки, пошагово следуя из этих видосов. О, ребят, это реально очень крутые видосы. Если что, ребят, ссылку я оставлю в описании. Так, смотрите, ребята, он рисует черты лица игрока. Вау! Кстати, ребят, кто у вас самый любимый игрок из Poppy Playtime? Напишите в комментариях. Вот у меня самый любимый, это, скорее всего, кролик Бонза. Реально, он очень забавный. Так, смотрите, ребята, все. Он начинает красить глаза и разрисовывать ему лицо. Воу, но почему все в красном? О, это типа что находится внутри игрока, серьезно? Вау, офигеть! На самом деле очень стрёмно выглядит. Так, ага, смотрите, он, ребята, рисует стрелочку, показывающую направление, куда надо тянуть. Воу, это круто, ребята, офигеть! Это реально очень круто! И это только начало, впереди еще куча крутых поделок, поэтому, ребят, стоит досмотреть до конца. Так, какой он взял картон? Ага, клеит картон. Это что такое, какой-то домик? Что он собирается делать, ребята? Воу, ладно. Так, ага, теперь сверху прикрепляет. Так, теперь какой-то взял какое-то окошечко. Интересно, ребят, что он сделает из этого картона? Мне очень интересно. Воу, блин, ну эти поделки, ребят, реально очень крутые. Я просто удивляюсь этим людям, которые делают такие поделки. Слава богу, ребят, что они нам показывают, как можно сделать такие же похожие. Это очень круто. Так, смотрите, он делает разметку. Он делает форму лица. О, это форма лица Хаги-Ваги, ребята. Так, ладно, понял. И что он собирается сделать с его лицом? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, смотрите, он красит края лица. Окей, что он собирается сделать с Хаги-Ваги, ребята? Ладно, так, смотрите, он разрисовывает глаза. Наделяет его более... Делает его более таким, не знаю, четким. Так, разрисовывает синий цвет. О, ребята... А у вас какие оценки по ИЗО и по труду в школе? Напишите в комментариях. Вот у меня были плохие, ребят, я рассказывал в прошлом видео, что у меня были по ИЗО очень плохие оценки из-за того, что у меня руки из какого... Оу! Смотрите, ребята! Он сделал копилку! По поводу, ребят, ИЗО, у меня руки из кое-какого места растут, и поэтому мне плохие оценки доставали в школе. Офигеть, ребята! Вы видели, какая там классная копилка была? Вау! Ё-моё! Так, ладно. Это что такое? Это он что пытается построить? Какой-то трамплин? Что это такое? Ладно. Ага, он... Смотрите, ребят, тут везде написаны разметки. То есть, тут написано, сколько нам понадобится для каждой иной поделки. Это очень круто, что тут пишутся числа. Так, ага, вставьте эту палочку. Так, теперь какая-то тонкая палочка от мороженого. Окей. Так, что он пытается сделать? Что это получится? Ладно. О, ребята, я, скорее всего, понял, что это такое. Это, скорее всего, он строит... штуку, чтобы, короче, мячик можно было легко кидать в пасть Хаги-Ваги, ребята. Я где-то это уже видел. Смотрите, ребята, он рисует Хаги-Ваги, закрашивает ему рот, так, рисует глазки. Отлично, ребята. Это очень красиво, реально. Так, ага, все, вырезал Хаги-Ваги и вставляет. Да, ребята, это то самое, ребята. Я не знаю, как это называется, правильно? Но, в общем, ты кидаешь мячиком в пасть Хаги-Ваги и пытаешься попасть в цель. Вот это, ребята, реально очень крутая поделка, ребят. Попробуйте сделать ее дома. Мне кажется, даже родители вам не нужны. Мне кажется, вы сами сможете это прекрасно сделать. Смотрите, какая классная штуковина.
Воу! Если, ребят, вам вдруг стало скучно, ребят, не переживайте. Сейчас мы скоро увидим с вами, что находится внутри кролика Банза и мама длинные ноги. Поэтому, ребят, не переключайтесь, сейчас будет самое только интересное. Окей, ребят, смотрите. Он рисует Хаги-Ваги снова. Интересно, что в этой поделке будет? Как будет взаимодействовать Хаги-Ваги? Ага, все, он ему рисует клыки. А, это будет, ребята, 3D-картинка. Воу! Ребят, вы можете легко удивить своих друзей с помощью этих поделок. Либо, не знаю, парня, либо подругу свою. Вау, смотрите, он рисует игрока в пасти Хаги-Ваги. То есть Хаги-Ваги съел игрока. Окей, ребята, смотрим, что же из этого получится. Что же выйдет? Ага, так, он рисует детально игрока и Хаги-Ваги. Рисует его пасть. У-ху-ху, блин, ну мне не терпится, ребят, увидеть, как же выглядит кролик Бонза внутри. И мама длинные ноги. Мне кажется, это будет очень круто, ребята. Воу! Смотрите, уже готовы, ребята, первый план рисунка. Теперь он начинает окрашивать все с краев. Окей, ребята. Ладненько, так, он рисует клыки. С обеих сторон, снизу и сверху. Блин, бедный игрок, почему ему так не везет? Он попал в пасть этого Хаги-Ваги. Ага, все, он ему рисует туловище. Все, окрашивает все. Закрашивает в естественные цвета, в синий и в красный. Окей, ребята. Так, смотрим, что дальше получается. А дальше он просто закрашивает всех персонажей. Ладно, так, закрашивает теперь рот, зубки. Воу, ребят, ну уже получается очень круто. Мне надо попробовать будет такую же сделать подделку. Ладненько, смотрим, ребят, что получится дальше. Воу! Смотрите, ребят, уже как классно выглядит. Все так детально разукрашено. Это реально очень круто. Ребят, автору респект. Ссылки, ребят, на все эти видео я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли посмотреть. Ладно, теперь он рисует ему волосы. Волосы на теле Хаги-Ваги. Уу! Это выглядит реально потрясно. Так, все, он ему делает клыки. Дорисовывает, делает все более реалистично. О, смотрите, ребят, что в итоге вышло. Это очень круто, ребят, вы можете даже так напугать своих друзей. Это что такое? Так, он сделал контур своей руки и теперь рисует какие-то клыки, какую-то руку страшную. Что это такое, ребята? Кого он рисует? У-ху-ху. Так, что это такое? Мне уже очень интересно. Это какая-то рука, чья это рука может быть? Вау! Она очень крипово выглядит, ребята. О, это, скорее всего, рука Хаги-Ваги. Ну-ка, и что он пытается из этого сделать? Так, он закрашивает все желтым цветом. Ништяк! А теперь красненьким проходится. Накладывает тени. Вау! Ой, блин, ребята. Жалко, мы, конечно, это в школе не делали. Мне было бы очень интересно сделать Хаги-Ваги в школе. Так, смотрите, ребят. Теперь он рисует ему рот. И клыки! Все, ребят, ага, все, рисует ему глазки. Так, он собирается, как я понял, сделать имитацию, когда руку пробивает Хаги-Ваги. Ребят, ну, короче, сейчас вы увидите, что получится. Это будет реально очень крутая поделка. Вау! Так, он рисует... Да, все, он нарисовал ему ноги. Теперь разукрашивает ему тело. Все, ребята, смотрите, да! Рука отдельно, то есть, получается, сейчас будет имитация, как будто Хаги-Ваги пробивает руку вам. Ну-ка, сейчас посмотрим, ребят, что из этого выйдет. Но мне уже кажется, что, ребят, будет очень круто. Ну-ка, давай, показывай уже. Мне уже не терпится увидеть, что получится. Да, ребят, смотрите. Это имитация, как будто Хаги-Ваги пробивает руку. Это очень забавно выглядит, посмотрите. Это очень круто. Так, ладно, а это что такое? Ребята, вы уже догадались, кого он рисует? Это, ребята, да, это, ребята, мама длинные ноги. Он рисует именно ее. Посмотрите. О, я понял, ребята. Сейчас он покажет нам, что находится внутри мамы длинные ноги. Мне очень, ребята, интересно, что же находится внутри у мамочки. Это, ребят, ага, это, ребята, первый слой. Теперь он рисует второй слой. Ну-ка. Смотрите, ребят, уже становится немножко крипово. Так, он рисует клыки. Так, всякие детали дорисовывают. Воу-ху-ху. Блин, это уже крипово смотрится. Смотрите, ребята, это второй слой лица мамочки длинные ноги. Офигеть, ребята. Кстати, ребят, кто не видел последние стыдные анимации Poppy Playtime, обязательно посмотрите, ребят. Я оставлю ссылку в описании, либо где-то тут подсказка высветится.
Воу! Смотрите, ребят, это третий слой мамы. Длинные ноги, какой-то череп страшный. Кстати, он похож на игрока чем-то. Оттенком, скорее всего. Но это выглядит реально потрясно, ребята. И четвертый, последний слой мамы. Длинные ноги, ребята, это мозг ее. Посмотрите. Вау! Офигеть! Так, и что он собирается сделать из этих картинок? Возможно, он собирается их соединить и сделать прикольную анимацию. Так, ага, он отделил листочек, делает какие-то ровные всякие отрезки. Смотрите, ребят, да! Он нацепляет каждый слой друг на друга, чтобы сделать плавную, красивую анимацию, что находится внутри мамы длинные ноги. Это очень круто, ребят, смотрите. Сейчас мы с вами увидим небольшой мульт. Мульт Poppy Playtime. Окей, смотрим, что же получается из этого. Так, он рисует стрелочку, за которую нужно тянуть. Блин, это очень классно выглядит. Так, он расписался. И смотрите, ребята, вау! Это реально похоже на какой-то мульт Poppy Playtime. Что внутри находится у мамы длинные ноги. Так, теперь он делает какое-то странное строение. Что это такое? Ага, так, он крепит... А где, блин, где кролик Банза? Мы хотим увидеть, что находится у него внутри. Давайте быстрее показывайте. Так, ладно, ребята, он делает какой-то опять домик или что-то такое. Нет, ребята, это похоже на копилку. На какой-то странный механизм. Нет, ребята, это похоже на мусорку. Чтобы выкидывать мусор, который у вас завалялся на столе, либо где-то еще. Реально, он делает мусорку. Вау, так. И что он собирается дальше сделать? Он окрашивает его в... О, это зубы! Это необычная, ребят, мусорка. Это мусорка, ребята. Гусеница PJ Mops. Офигеть. Или нет, это мусорка Хаги-Ваги. Ребята, это мусорка Хаги-Ваги, посмотрите. О, она работает. Это очень классная подделка, ребята. Я такую же хочу. Кто, ребят, может мне такую же сделать? Напишите в комментариях. Я обязательно, ребят, с вами свяжусь. Так, ладно. Он рисует теперь кролика Банза. А, все, ребята, мы этого дождались. Мы, ребят, сейчас с вами увидим, что же находится внутри кролика Банза. Фух, мне кажется, ребят, сейчас будет реально очень круто. Так, смотрите, он рисует туловище. Ага, теперь рисует всякие вены. Воу! Это реально будет очень круто, ребята! То есть, ребят, мы с вами в этом видео узнали... Что внутри кролика Банза и мама длинные ноги? Офигеть! Воу! И, ребят, если вам нравятся такие видосы с подделками, ребят, обязательно ставьте лайк. Это же реально очень круто, это реально развивает. То есть вы не просто делаете любимого своего персонажа, да вы еще и умом развиваетесь. И моторику рук. Это реально очень круто, ребята. Если, ребят, вы это делаете, вы большие молодцы. Так, все, он рисует ему вены. Смотрите, ребята, оу, это очень крипово выглядит. Какой-то череп торчит из головы кролика Банза. Оу! Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!